Всем привет! Сегодня у нас 13 апреля 2020 года. И вот злоба дня. Да. Так. Хотела показать цветочки свои. Вот у меня тут фиалочки радуют. Ага, листик он пошел цел. Драценка. Обожаю цветы. Ну и, конечно, вчера у нас метелька была. Вот это, да, весь день даже ничего не сняли. Сейчас покажу. Птички. Вот такая красота. Птицы поют. Ну, сетка, конечно, жалко. Весь двор у нас заменил. Вот это вот лужа здесь вот. Машины сейчас буксовать, конечно, будут. Выезжать, если кому-то, конечно, надо куда-то еще выезжать с этим карантином. Сидим дома. Вот такая у нас красота. Это у нас тут градусник. У нас сколько тут? 0 градусов. 0. Другое окошечко. Пойдемте посмотрим. Да, Боня. Кровать не застелила, еще только проснулись. Привет, Боня. Привет, лапушка. Привет. Это у меня подкормка для цветочков, да. Думаю, лапулю сегодня подкармливаю с утра. Ту моя девочка. Пойдем, пойдем. Пойдем, моя хорошая. С мамой пойдешь? Пойдем. Покажем, что у нас. О, бабушка. На балконе. Это у нас еще вот цветочки. Ой, цветы обожаю. Им тут нравится. Вот ялочка распускается. Она махровая была, беленькая. Вот. А рядом с голубым цветком стояла, пылилась. Красота. Ну, пойдемте с другой стороны посмотрим в окошечко. Вот у нас такая светлая лоджия. Да. Вот, ребят, какая красота. Птички поют. Ага, и уже капель. 45 сантиметров снега выпало, ребят. Не знаю, вам видно, нет, капает капель с крыши уже. Все. Пока. Поехали варить. О, столько будет мяса, будем кушать, готовить. Ну вот, посмотрите, какие у нас гости, да? Кадры не хотим попадать. Да, да. Боня к нам пришла. Маме помогать сварить. Боня у нас любит кушать по ночам. Это все, что осталось с ночи у нее. Ко мне хочешь, да? Ко мне. Никак не хочет в кадр попадать. Сейчас будем мыть. До обеда она у нас ничего не ест. Не толкай меня, не толкай, малыш. Давай тебя посажу. Давай. Давай, садись. Дима, хорош, ласкушка такая, ласкушка такая. Ну, посмотри на маму, нет, не, вот не хочет. Димонёшек. Есть. О, не смотрите, что она просит, ничего она не просит. Знаете, что она просит? Колбаски она просит, колбаски она просит. Любит ГМО, не знаю как. Вот, ну вот чё, вот, ребят, ну вот, короче, решила гуляш сварить, пока видео снимала вам, у меня кашка моя убежала, не ту в конфорку, не вот эту включила, а вот эту перепутала, ну, короче, слава богу, кашки нам осталось, чтобы люди мои,
Ох, ела я вся голодная осталась бы. Боня, Боня. Ну вот. Вот так как-то, да. Угу. Это к добру или не к добру? Хорошо, кашка осталась еще. Ну, Боня, что ей, Боня? Она не ест кашу на воде, а мы едим. Кухончайте, скотел. Не надо, спасибо, Бонечка. Сидит. Девочки мои кушают. На нашу убежавшую овсянку. Да, Бонечка? Это Верочка у нас. Розеточку мне делает для коридора. Вот у меня будет розеточка в моем коридорчике. Так. Вот. Все для удобства, все для жизни. Да, Бонечка? Да? Да, маленькая. Да. Все, Бонечка есть, уже ничего не просит. Сидит спокойно. Да, Боня. Нет, просит, нет. Да, у нас война за ГМО. Шинка стирается. Так, карандашка нет по столу? Сейчас, да. Там некуда. Карандашик. Я показать. Вот у нас сейчас вот так все. Вот в блокноте тут карандашик. Вот, Чайковский пытило заварнички, чай заварила, чайник скипятила, мяско мое сварилось уже, на это видно. Вот. Сейчас будем довариваться. В общем, приправка у меня вот такая. Ну, я бы не сказала, что она очень хорошая. Пойдет, сейчас я ее покажу. Покажу буду. Вот так вот у меня упаковочки. Еще какие же есть. Тут сейчас посмотрю. Коншот. Желатин, хмель. Но для плова у меня больше, наверное, нет. Вот такая. В общем, я вот такую баночку пересыпала. Сейчас буду заправлять ей. Да. Ротан пересыпанный. Да. Сережки Галина Бланка. Это я покупала. Для мяса приправка. Для курицы. Приправа для кур, вот такая курочка с травами. Для рыбки. Тут разных производителей. Снимаю приправу. Такую люблю еще приправу. Есть острая. Не острая. Я пополам мешаю с морковью, морковочку буду делать. Да, еще чеснок вот такой. Очень понравился. 10 грамм. Да, 10 грамм. Там прям натуральные кусочки чеснока. Другой покупаю, сейчас он у меня уже кончился. Не в таком гранулах. Вот. Наше мясо. В этой банке у меня приправа. А, не приправа. Как это правильно? Заправка для борща. Идет.
Ну и шеф будет заправлять им мясо. Что-то обычно я делаю с помидорами. Свежими. Сегодня будет лучок. Все, вот эту заправочку. Ну, вот это 1,5-литровая банка, кстати. Почти половина. Да, чеснок еще положила вот приправку и ложку томатной пасты. Сейчас тоже томатную пасту положу. Томатную пасту. Вот, ребят, положил. Вонечка сидит. Так, сейчас приправку положим еще. Приправку я много наложу. Не надо, наверное, да. Я тоже так подумала. Ложечку чистенькую взять. Ну, острые не любят, поэтому половина будет достаточно. Что я уже перчик ложила. Перчик у меня, ребят, сушеный. Прям острый-острый. Мы покупали. Резала им. Перчик покупали на базаре. Резала. Прям в перчатках. Очень острый. Запах у него до сих пор стоит. Лук положили, заправку положили. Да, ребят, вот такая вот огромная сковородка. Я не знаю, тут 3,5 литра, наверное, 4, может, я еще не помню. Закипит. Да, еще сок половины лимона выделила. Сейчас будем закипать. Закипит. Ну, не знаю, сколько у меня, 10-15 еще. Еще такая сковородочка. Даже на плиту не умещается. Это максимально комфортно у нас. Данюша, ты куда хочешь? Уйти хочешь? Она немножко у нас беспокойна. Еще время еще только 11, и мы сейчас кормить ее будем. Это она такая беспокойная. Лично нас. Да, Данюша. Даняш. Ну все, ребят, буду наваривать. Кипит, варит мама. Вот. Так, у меня нет на огонь. Мне уже не надо ничего вариться. Варится. Ну, запах, конечно, невероятный. Туда чеснок хороший. Острая приправка. Это не острое, но для плова очень нравится. Ну все, гуляш наш готов. Вот время. Я люблю, ну, мы любим все, такое, чтобы немножко кисло-сладкие, вот это мы 2 ложки сахара. Вот
Что, ребят, пойду в магазин за хлебушком. О, оделась как-то так. Полностью не видно. Что? Нет, не будет видно. Вот так. Конечно, папа мой хороший. Какой? Боня? Ты же шипишь. Какой моя девочка. Давайте, ребят, пойдемте. Магазин надо. Все, пока. Пока. Первый раз вижу 13 апреля. Да-да-да. Вот у нас площадки есть. Вот так. Закрытый. Ой. Загорожено. Вот, ребят, сколько снег. Хорошо, тропинку протоптали. Сейчас. Ребят, смотрите. Вот это сугробы у нас. У нас зимой такого не было. Вот что, пока я в магазин ходила, Валерочка у меня тут мне розеточку в коридоре сделала. Подбирает. Молодец. Умничка. Вот. Доченька у меня тут разобрала уже. Сейчас вот за хлебушком сходила. Ну, это правда. Это правда хлебушек.
Это у нас батон на бутерброды идет молочный. Это мы кушаем черный. Что-то не хочется пока. Молочка такого взяла. Наш пензенский молоко. Это что, вот такой не понравился. Не то, что нам киса наша не понравилась. Она его плохо берет. Вот. Это пицца. Это творожник. Ну, дома кашку хочу вот такую наварить. Кукуруза. И майонезик. Вот. Ну, все. Что две сумки не слони, знаешь? Кажется, на столе так мало. Ну, две сумки. Ну, вот почему не две сумки. Вот купила еще геркулес. Помидорки, огуречки. Огурцы у нас наши тепличные. По 85. Помидорки 120. Среди на веточке. Хорошие, вкусненькие. Вообще мы кашу едим. Он там наверху. Вот такую. Овсяная хлопья. Но сейчас нет у нас. Исчезла она. Магазин периодически пропадает. Нет, мне сейчас пришлось вот геркулес взять. Быстрой варки. Вот такую мы едим. Пришлось пока вот такую купить. Вот. Это тоже нам нравится. Но не расход единственное, что больше. У этого масса килограмм. На нас на 7-6 человек. Это, конечно, 400 грамм. Мало. Так что. Ну все, пока, ребята.